хорошо только здесь. Мой дом, мой милый дом, там, где с тобой мы вдвоем. Мой дом, мой милый дом, мы вернемся и напоем. На-на-на-на-на-на-на-на. Прошу, не надо их баловать. Будем воспитывать как нормальных детей. Кнутом и пряником. А не как ты, и пряником, и очень сладким пряником. Я вообще считаю, что детей надо воспитывать на своем личном примере. Какой личный пример? Тёмочка, ну скажи мне, ты хочешь, чтобы к моему приезду наше чадо сидела, смотрела футбол с пивасиком и курила как паровоз? Катюш, ну что сразу как паровоз? Я, во-первых, бросил 2 недели назад. Подтверди, сынуля. Стопудово. Исаев, няню взять обязательно. Почаще гуляйте во дворе, хорошо? А во двор нам нельзя. Почему? Там девочки все время нас обижают. Дима мальчик. Должен уметь за себя постоять. Ну что, что мальчик? Что он теперь должен все время синяки получать? Тем более от девочек. Не надо покупать им хорошее поведение. Нужно научиться убеждать. Я что, маленький, что ли? Думаешь, я не справлюсь со своими собственными дочками? Да, Маша? Я Маша, она Даша. Очень хорошо. Все будет. Не корми его, пожалуйста. Не надо. Катюш, ты не на нас там позагорай. Хорошо, поверь мне. Как договаривались, давай. Массаж сделаем. Все будет в лучшем виде. Пока. Пока. Это справедливость? Пока кто-то 10 дней будет здоровьем своим заниматься, мы здесь на нервах. 6 лет материнства, 10 дней реабилитации. По-моему, нормально. Мы даже легко обделались. Отделались. Че, мы с детворой не управимся, что ли, а? Тёмыч. Тёмыч, вставай, говорю. Мы опаздываем. Никуда я не опаздываю. Ко мне няня придет. Старичок, ну какая няня? Ну ты чего? Это же целый день конструкторы, раскраски, мультики, скукотища. А так ты пойдешь ко мне в офис. Пап, если ты забыл позвонить няне, так и скажи, понял? Разбудил меня с утра пораньше. Чего сразу забыл-то? Ну забыл и чего. Пап, ты скоро? Сейчас, Димчик, 2 минуты. Пап! Считай до 20. 1, 3, 5, 8, 16, 20. Круто. Это ты все приготовил? Да. Голова. Так, ну хорошо. Куда мы опаздываем? На бокс. Почему именно бокс? Мама записала. Она говорит, что бокс – это спорт для настоящих мужчин. Угу. А также ссадина, гематомы и неправильный прикус. Этого она тебе не рассказывала? Ну хорошо, бокс так бокс. Но о зубах надо заботиться. Это твои перчатки? Да. Я беру, возьми пижам. О, красавчики. Ну что, быстро дуйте в группу. Папа, ты точно ничего не путаешь? Нет, Даша и Маша. Ну, короче, будьте умничками. Тёмыч. Засранец. Привет, котёнок. Да все в порядке. Да, да, встали, позавтракали. Да все хорошо. Бокс, давайте. Отрабатывай левой. Левой отрабатывай, как я тебя учил. Ну, вот так хорошо. Молодец. Эй, хулиган. Победа. Какая победа? Устроили здесь мордобой. Димочка, 1, 2, 3, нормально? Все в порядке, пап, не волнуйся. Так. Господи, я чуть сына не потерял. Что у вас тут происходит, да? Главное, что он еще улыбается, этот дерзила. И не стыдно тебе на маленьких руку поднимать? Кинг-Конг, есть у вас менее контактные единоборства? Есть. Где? Доброе утро, солнышко. У нас все хорошо. Я только завез девчонок в садик. Выходной? Ха, конечно, выходной. Я пошутил.
Здорово, братан. Слушай, тут такое дело, там у тебя паренек на балконе. Понял, какой паренек, а? Да пусти, говорю, мне пацана забрать. Да... Сава, круто, я тебя обманул. Я с лестницы спустился. Пардон, ошибочка вышла. Ну ты засранец, папа. Привет, Настя. Как дела? У нас отлично. Да, мы с Димкой на бокс пошли. Да, ну Димка, конечно, машина. Сейчас, секунду, извини. Дима, правой бей. Правой, левой. И серию. Аккуратно, не убей парня. Димка просто монстр. Да, боксер от Бога. Ну все, Настя, извини, я занят. Тренировка. Пока. Извините. Конем бей. А что это? Вот это вот берем. Еще вот это вот берем. Вот это вот берем. Артем! Исаев? Ты? Панкратова, да ладно? Здорово! Ух ты, этот вот? Да, Тёмыч, улыбнись. Привет! Улыбнись, Тёмыч. Хороший. Ну как, нравится? Ну это тебе не бокс, это шахмат. Какая динамика, какие эмоции. Мужик! Да кто сказал, что шахмат это не мужской вид спорта? Все шахматисты были настоящими мужиками. Карп, Каспаров, Чебурданидзе. Подожди, или Чебурданидзе это не мужик? Дима! Дима! На кнопочку! Кнопочку нажми! Не. Дети это святое. Да. О них забывать нельзя. Ой, что это? Давай, что вы делаете? Осторожно. Дима, Димочка, сынок, ничего не бойся. Папа рядом. Я тебя вытащу, без паники. Папа тебя вытащит. Да я и не боюсь, я просто писать хочу. Ты сейчас, сынок. Тём, ты здесь? Эй! Ой, извините. Извини. Здрасте, дядя Артём. Что здесь делаешь? Странный вопрос, дядя Артём. Вырастем, купим такие браслетики. Маш, Даш, вы Димку не видели? Да. Нет. Подождите, а где ваш папа? А ну, куда? Дядя Сауна. Дядя Сауна. Да, чё? У вас телефон звонит. Да, спасибо тебе. Да. А что ты тут вообще делаешь? Дежурный техник, срочно подойдите к 8-му эскалатору. Дежурный техник, срочно подойдите к 8-му эскалатору. Девочки! Дима! Тёмыч! Дядя Артём, а я? Все в порядке, Лисичка? Ты звонила? Ой, я просто не слышал. У меня так рука оторвется. Что, на свадьбе заживет? На свадьбе, может быть, и заживет, а до маминого приезда уж точно нет. Ну, от твоей мамы-то мы как-то отмажемся. А вот что тете Кате сказать? Настюш, я не могу дать Димке трубку. Я просто пошел за мороженым, а он остался в детской комнате. Да, девочка, сейчас, только догоню их. Сейчас, секунду. О, Димка в детской нашелся. Катюш, подожди секунду. Где ты был? Где Тёмыч? Куда я знаю, твой сын? Знаешь, как я не знаю, поймал! Тёмыч, нормально? Ты что делаешь? У нас с мамой сами разговаривай, надо. Ты что делаешь? Сам с ней разговаривай. Передаю трубку. Говори. Алло, Катюш, передаю трубку. Да. Передаю. Прекрати. Мне хорошо. Вот, слышишь, вот так вот. Вы что, оборзели? Чего, не понимаю. Я вас засужу. Между прочим, это от Юдашкина. Век со мной не расплатитесь никогда в жизни. Это Юдашкин, между прочим. Только не это. Я так и знал. Че уставилась? Я женщин не бью. Так, рота, подъем. Тусуем на ковре, шаг в сторону, расстрел. Все понятно. Разговорчики в строю. Так, я что-то не понял, у кого стресс? Меня или у вас? У нас Валентин Ведросович. У нас. Жены нас оставили. С детьми. Они чиститься поехали, а детей с нами оставили. Правильно сделали. Я никогда не думал, что так сложно.
С детьми их надо сначала. Напоить, накормить, ой, одевать. Поиграть, поразвлекать. Мою мать! Это и есть, дорогие мои, радость отцовства. А вы как думали? Палец о палец не ударить и папа? Такое только в сказках бывает. У нас, у викингов, всегда было так, что детьми занимается до 10 лет только мама. А потом вступает папа. И что вы хотите? Дети же не могут повзрослеть за одну ночь, чтобы викинги воспитанием не парились. Вот было бы круто, а? Раз и взрослый. Ну, как скажете. Наливай. Привет, Алисечка. Привет. Да, у меня дела очень хорошо. Ну, только единственное, чуть-чуть одиноко без тебя. Скучаю. Вот. Подожди секунду. Девочки, простите, пожалуйста, а вы случайно не видели моих детей? Пап, тебе что, плохо? Что ты видел? Я с вами разговариваю, кабан. Дима, не выходи из комнаты. Сейчас я вызову полицию. Да, нормально, вообще класс. С Тёмкой играем. А, нашел, нашел, Тёмочка. Да прятки, прятки играем. Огнитесь. Чего? Даша и Маша. Пап, ты опять перепутал. Маша, это я. Здравия желаю. Вызывали? У меня в квартире какой-то чужой мужик. Слышите, я его запер в ванной. И еще, мой 6-летний сын пропал. Не волнуйтесь, сейчас разберемся. Дмитрий Игоревич, держите.
Теперь вы, Игорь Владленович. Употребляли вчера? Там чуть-чуть злоупотребил. Ага, а с виду солидный человек. Извините. Вы, мужчина, с этим делом завязываете. Такую белку поймали. Родного сына не узнали. Счастливо. Всего наилучшего. Пап, с тобой все в порядке? Температуры нет? Что здесь рыскал, козел? Где мой сын? Батя, ты совсем что ли охренел? О, братва, как раз вовремя, заходи. Давай, Игорек, вызывай ментов. Он, видишь? Не надо полиции. Мы сейчас все объясним. Ну чё, чё? Пусть он сам все говорит. Дядя Игорь, дядя Сауна, батя совсем охуй. Ты помнишь, что вчера вечером было? А что было вчера вечером? Что вы хотите? Дети же не могут повзрослеть за одну ночь. Вот было бы круто, а? Раз и взрослые. Подожди, братан, а ты точно все проверил? Точно его здесь нет? Абсолютно. Валентин Бедросович сегодня утром покинул наш отель. Вот сучок. Что теперь делать? Это навсегда? Почему навсегда? Выезжаю, он забронировал номер, и мы ждем его ровно через 4 дня. Да, ровно через 4 дня. Не надо. Тихо. Спасибо. Спасибо, Владимир. Всего-то 4 дня. Всего-то 96 часов. Сан, вот кто тебя вообще за язык-то тянул? Дети не могут повзрослеть за одну ночь. Викингов своих приплел. Че, докаркнулся? Вот теперь давай разруливай. Ага. Все, валите все на Сану, да? А кто его позвал в боулинг? А? Кто у нас такой правильный и хороший? В натуре, Игорю. Ты-то куда полез? Ты шар поднять не можешь. Захватись, блин. Конечно. Кто виноват здесь? Конечно, Игорек. А кто предложил? Давай с ним бахнем по чуть-чуть. Ничего не случится. А кто потом кричал? Девушка, давайте еще бутылочку! Кто-кто? Ты! Опять сауна, да? Я вам что, коза, отпущение, что ли? Козел! Сам ты козел. И ты сам ты козел. Здравствуйте. Котенок, привет, котеночек, привет. Все хорошо. Да, нормально все. У нас а хорошо. Я нормально вот позавтракал. Да. Тёмыч, да. Тёмыч с няней. Нет, я это вообще не балую, ну ты что? Ну да, вот с новенькой. Да, нормально. Димку поеду в 6 часов вечера забирать из университета. Не-не-не, они сами одеваются, да-да-да-да. Катюш, да ну не в этом смысле. Ой, я сказал в университет. Мне она нравится, что она Тёмычу нравится. Нет, из детского сада, да. Перепутал. Костюмчик? Перепутал. Да, конечно, да. Купи. Димка студент маленький. Шо, бери размер давай, побольше. Да. А, это у меня лекция просто в университете. Да, вы вот сейчас преподы. Вот, ну как у вас, хорошо все? Мы скучаем, Димка скучает. Все в порядке. Нашим. Я тебя очень люблю. Я все понял. Я тебя очень люблю. Целую. Ладно? Целую. Все, пока. Даша, Даша! Я Мишка! Пора вставать! Привет, Ван. Умыться, почистить зубы и на завтрак. И не забудьте пописать. О, Жирбан, на месте стой! Раз, два. Сколько мне ждать еще, а? У меня был факультатив. Ну, что ты мне мычишь-то, говядина? Где контрольная? Молодежь, о чем дело?
Папа. Дядя, ты кто такой? Заочник? Иди дуй на пару, там давно все началось. Слышь ты, сопляк, вообще-то я его папа. А я тогда папа римский. Неплохо так предок сохранился. Я вопрос тебе задал, в чем дело? Дело в том, что вот это чмо должно было написать мне контрольную, и этого не сделало. За это нормальный пацан получил неуд. Сынок, ты что, решаешь им контрольную? Ну так лошара, он и в Африке лошара. Значит так, мальчики, с этого момента мой сын ни за кого ничего решать не будет, это ясно? Нормальный поворот, как сказал Михаил Шумахер. Это что, не пойму? Восстание роботов? Ну что ж, не ходить по-хорошему, попробуем по-плохому. Подержи. Контрольная завтра была. Понятно или нет? Так. О. Так. Ага. Здорово, встретил. Ну и где мы были? В институте. В институте? Знаний набирался. Вот и набрался. Ты что, гонишь, что ли? Ты где нажрался? Тихо, встречил. Я стресс снимал, понял? Меня отец, собственно, избил. Понял, нет? В общем, я из МГИМО, а ты... Чувак, да ты из ВГИКа. Откуда? Ты из ВГИКа. Начешь, что ты режиссер, снимешь ее в кино. И на Армуле этот тип знаю. Но самая фишка, знаешь, в чем? Они близняшки. Так это что, можно будет вначале с одной? А поменяться? Да ты прокаванный, чувак. Все-таки нужно было по-хорошему. Да что за разговорчики? Нужно было этому Климову между глаз дать. Как? С шахматной доской? Еще не вечер. Сделаем из тебя мужика. Будешь как папка. Да, солнышко? Как у меня дела? Ну как у меня может быть дела? Конечно, хорошо. Да. Тут припираю. А после чего? А, это... девкам просто... гости заехали. Да, вот из садика. Вот они как это... Это... Да. Лена и Тамара. Да что ты паришься, котенок? Да я тебе говорю, все нормально. Я телек смотрю. Ага, малой спит. Да нет, это по телеку. В мире животных смотрю. Да, Настюш, поужинали, погуляли, пообщались с детворой. Милые дети такие. Сейчас спит Димка. Да, сон младенца. Что они делают?
Размяли челюсть. Угу. Нормально? Бей меня. Я не могу. Я не умею. Я не умею. Я говорю, бей, иначе я тебе врежу, понял? Ладно. Что это за удар? Соберись. Нормально меня, нормально ударь, нормально. Так мух хлопать будешь такими ударами, понял? Не бойся, бей, у меня железная челюсть. Любой удар держит. Я воплощение зла. Я Климов. Не. Но перед тобой Климов? Кто для тебя воплощение зла? Кто не зло? Знаю. Кто зло? Гитлер! Пап. Девочки сказали выходить на связь в интернете. У нас выхода нет. Да. Все готово у нас. Нужно отменять. Мне кажется, это идиотская идея. Что ты паникуешь-то? Я паникую? Я не паникую. Я паникую. Потому что я единственный среди вас, понимающий масштаб провала. Да сядь уже. Я сяду. Дети. Вот это наши дети, да? Игорек, это лучшая детская студия в Москве. Лучшая. За ними гералаш, устами младенцы. Это монстры. Че у тебя? А у меня все готово. Я все вырезал из семейного архива. Вот. Привет, мамуль. Я тебя так люблю. Класс. Сауна, ты говорил, у твоего дедушки есть ружье? Есть? Ну, застрели меня, пожалуйста, и я успокоюсь. Игорь, тихо. Улыбайся. Нам конец. Просто конец. Зайчик. Привет, ребят. Алло. Зайчик, привет. Так. Котенок, привет. Где дети? Дети? Как где? Вот, дети. Есть. Вот, дети. Ой, смешные, смотри, мои. Девчонки, привет! Сынулька! А мы играем в зоопарк! Зоопарк, да. Вот такая игра. Тёмочка! Тёмка у нас, Тёмка у нас. Зайчик. Зайчик. Даша и Маша – тигрицы. А Димка – пират. Вот, да. Вот такой зоопарк. Мальчики, а ну, снимите маски. А? Маски, говорю, маски снимите. Привет! Хрю-хрю! Привет, Сауна. Привет. Ребят, мы вас не видим. А что со связью? А что? У нас все в порядке с нетом. Да ладно. Не может быть. Не может быть. Абсолютно. А мы вас видим. Очень хорошо видим. Да, да, да. Привет, мамуль, я тебя так люблю. Слышите? Привет, солнышко, я тебя тоже люблю. Привет, мамуль, я тебя так люблю. Я тебя тоже люблю. Мамочка, наш папа самый лучший в мире. Это точно, но вы хоть слушайтесь его там. Мам, а привези мне молнию Маквина. Хорошо, сыночек, но я же тебе на Новый год привозила. Мам, а привези мне молнию Маквина. Что у них там происходит? Что ты, Тёмочка, ну что ты капризничаешь? У тебя же есть уже молния Маквина. Дед, идите уже. Идите, погуляйте. Погуляйте достаточно. Вот видите, то есть не видите, слышите, у нас все хорошо. Ну да. Мы волновались просто. Ну вот вы паникёрши, конечно. Да у нас все пучком. Но... Пока! Да, созвонимся еще позже. Хорошо. Люблю тебя, Настя. Катюша, целую. Ну все, ребята, пока. Давай, пока, давай. Пока, пока. 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 Пока, пока, да. Блин, вроде проканала. Сауна, девочки! Ой! А ты приехала? Так рано? Сауна, твою мать! Я когда просила тебя присмотреть за девочкой, я имела в виду не это. Да нет же! Теперь вы. Мамуль, ты чего? Привет. Игорь, открой дверь, ты что? Кто там? Ты видел, кто там? Открывай, я тебе говорю! Вас не слышно! Ну-ка быстро открой дверь, я тебе сказала! Приходите завтра! О, привет. Привет. Чё, дверь не открывал? Я открывал. Я потом закрыл. Так рано приехал. Да ты знаешь, вот не доотдохнула. Может, да отдохнешь, еще поедешь. Ваш зоопарк по интернету был вообще неубедительный. Вот абсолютно. Так что происходит?
А, хорошо. У нас тут... Что у вас? ЧП. ЧП небольшое. Что, Дима? Он заболел, да? Он заболел, да? Дима! Димочка! Димочка, сынок! Мама приехала! Мам, ну пусти домой, это же не смешно. И на утро они стали взрослыми. Вот. Сама, ты что, сдурел? Какое нафиг волшебство? Я тебе говорю, Настя, клянусь, это обыкновенное волшебство. Я понимаю, что это нелепо звучит. То есть ты хочешь сказать, что вот этот, я извиняюсь, кабан? Сын. Это он еще немного похудел. Правда? Да. Тут даже не похож на нас. Как он не... Посмотри, посмотри. Это твой дед Анатолий Поликарпович. Посмотри, вылитый. Похож. Знаешь, ты говорил? Ты что, на дуру похожа? Конечно, не похожа. Котенок, в это очень сложно поверить, конечно. Но это хрень. Реально, правда. Завтра приедет Валентин, и все будет хорошо. Вот. Они снова станут маленькими. Ну, поверь мне, клянусь. А как я могу тебе поверить? Чушь какую-то несешь. Раз, два. Катюш, ну почему сразу ересь? Тем, ну а как это еще назвать? Я понимаю, что это звучит как бред вшивой кобылы. Катюш, я могу доказать, что это наш сын. Как? Отчество дедушек. Кто-нибудь объяснит, что за дурдом происходит? Так, рот закрыли и быстро назвали мне отчество дедушек. Помнишь, это же твое любимое кафе? Столик вот твой любимый. Мы же сюда ходили всегда по субботам. Помнишь? Ну как парк? Узнаешь? Меня так часто будильником по башке бьют. Скажи спасибо, что я тебя вообще узнаю. Ну, прости. Че, сильно голова болит, да? Да, не нормально. Ну и все, что ты ночь-то, сынок? Да, мам, помню. Мы только по субботам мы ходили в Баскин-Робинс. А сюда по воскресеньям. А я смотрю, хорошо подготовились. Так это же этот парк. Мы здесь днюху мою отмечали. 6 лет мне было, да. 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 У одного дедушки отчество Михайлович, а у финнов отчества нет, поэтому просто дедушка Юси. Здравствуйте, что будет заказывать? Здравствуйте, нам, пожалуйста. А у нас сын будет заказывать. Да, Димуль? Нам же как обычно, правда? Заказывай. Ладно. Папе зеленый чай, маме латте, мне сок и 3 порции блинчиков. Извините, а блинчиков осталось только 2 порции. Отлично. Значит, будем считаться? Мам, ну я могу и без блинчика. А я говорю, будем считаться. Стишок из новогоднего утренника. Лесом частым, полем вьюжным, зимний праздник к нам идет. Я Тёма Белое Перо, барсучий коготь и шустрая росомаха. Тотемы нашего племени, долина теней. Хоу! Батя. Сынок. Энни, Бенни, Рики, Таки, Буль-буль-буль, Караки-шмаки, Эус-беус, Краснодеус, бац. Так давайте скажем дружно. Здравствуй, дядя, Новый год. Пап, ты сегодня без блинчиков. Сынок. Мой сын. Здесь, родная. Точно она. На, бать, держи. Здравствуй,
Да, пообедали. Что у тебя с руками? Это? Да я Климу дал сдачи, как ты мне и учил. Ну что, прыжок ягуара показывать? Только я в тот раз левую руку сломал, в этот могу правую для разнообразия. Не надо прыжок ягуара, пожалуйста. Все, понял. Да прыгай, что ты? А что? Призывник бежит. Капитан Воробьев. Артем Исаев. А вам повестка в армию. Кто приходил? А где Артем? Тему выгнали из универа. Теперь он в армии. Пап, что они мне повязали? Сейчас, сынок, развяжем. Господин полицейский, произошла нелепая ошибка. Вы посмотрите, ну какой он преступник? Он пацифист, он мухи не обидит. Так от мух заявлений пока я не поступала. А вот гражданину Климову, между прочим, сыну районного депутата, ваш пацифист выбил два зуба, ну, и зуб... сломал нос. А, зубы не проблема, я решу все. Это вы все в суде объясните. Может быть, как-то можно решить. Дим, я найду! Слушай, это кошмар какой-то. Мне только что Катя звонила. У них там такое творится. Тёмку в армию забрали. Тёмку в армию? Представляешь? А что, кстати, случилось? Дима где? Дима... Дима? Немножко... Немножко? В тюрьме. Сауна! Сауна! Сауна, скотина, вставай! Что, что, что? А я еще немножко сплю. На! Считай, родитель хренов! Детей проспал! Что? Они у нас, оказывается, модели начинающие. Мама и папа. Нам предложили новый контракт. Да, новый контракт. Такой шанс попадает раз в жизни. Через 5 дней у нас будет пластическая... Громче считай! ...операция. Даша и Маша. Куда? Никаких обмороков! Вставай, ты мне еще нужен! Быстро! Встал! Пошел! Девочки, не волнуйтесь. Портье сказал, Валентин уже прилетел. Он уже на месте. Этаж? 7-й. Номер? 707. Можно? Алис, это я очень прошу. Если можно, без рук. Да без проблем. Святой Валентин? Да. Ну, ласточка. Не, ну я же обещала без рук. Ну, я надеюсь, вы догадались, зачем мы здесь? Догадался. Отлично. А что я могу сделать? Мое волшебство, как ваше уголовное законодательство. Обратной силы действия уже не имеет. Вопрос повторяю. Что нам делать? Походу, есть один вариант. Я должен стать простым человеком, таким, как вы. И тогда мое волшебство потеряет силу. Ой, слушай, ну налей мне чуть-чуть виски, пожалуйста. Слышь ты, алкаш пернатый. Либо ты сейчас же становишься простым человеком, или я тебе твои крылья пообломаю, ты меня понял? Фу, как грубо. Киевы современные люди грубые и жестокие. Ни за что бы не стал вам помогать. Да детишек ваших жалко. Без детства отставлять, так уж и быть, помогу. А можно без этих пафосных прелюдий? Можно. По преданию, бог любви должен быть одинок. Но раз в 100 лет
У меня есть шанс. Если меня поцелует любимая женщина, я стану простым смертным, и мои чары разрушатся. Детский сад какой-то. Так на примете-то кто-то есть, ангелок? Вам повезло. Я полюбил одну женщину. Ой, я прошу, дай чуть-чуть выпить. Значит, сначала целуешь одну женщину, а потом бухаешь на здоровье, понял? Легко сказать. Легко сказать, легко сказать. Встал и пошел целовать. Вот она. Ого. Моя любовь. Анджела Блейк, да, Валик, губа-то не дура. Ну еще что, она суперзвезда. Я, между прочим, тоже не сантехник из Таганрога. Так в чем же дело? Да устал я от этих безуспешных попыток постоянных. Мерлин Монро, Андрей Хепберн, Нефертити, Клеопатра. А с ними вот почему ничего не сложилось? Ну вот как-то неудобно было подойти, то меня пережал кто-то. Марк Антоний, Кеннеди, Миллер. Вот так я и холостяк до сих пор. Я сейчас расплачусь. Где твоя Анжела? Я слышал, что в конце этой недели она будет выступать в Лас-Вегасе. Отлично. И как ты ее там целовать собираешься? Дело в том, что теперь это уже наша проблема. Мы летим в Вегас. Класс! Что значит «мы летим в Вегас»? Вот здесь при чем? А при том, либо вы опять не решитесь, либо у вас ее уведут. А лично я хочу еще сына в первый класс повезти. Get ready, you know we're heading. Giving a jive, living a life. We're gonna hit the highs. When the clock strikes midnight, we don't stop till daylight. So banish your blues, polish your shoes. От лица нашей компании я рада приветствовать участников тура Лас-Вегас, город любви. Меня зовут Анна, я буду вашим гидом сегодня. А кто-нибудь знает, как переводится Лас-Вегас с испанского? Пастбище. Правильно! Несмотря на это, каждый день в этом городе 150 тысяч пар клянутся друг другу в любви, в верности. Анна, вы знаете, нам это уже не актуально. Это город мечты, здесь Элвис до сих пор жив. Ну что, соседи, встретимся на ужине? Обязательно. Нужно было брать носильщика. Лично я так и сделала. Спасибо. Настя, Настя, открой дверь. Настя, что за шутки? Игорь, у меня сына через 3 дня в тюрьму посадят. Сейчас как раз самое время пошутить. Настя, ты просто устала. Ты вся на нервах. Зеленский, да я последние лет 7 на нервах. Вот как мы с тобой поженились, так и я на нервах. Потому что ты с тех пор не повзрослела. Я что-то устала. Давай тоже разводиться. Валентин Петрович, тут такое дело. Можно я у вас переночую? Чисто по-соседски. Слушай правила. Спать будешь на диване, не храпеть, баб не приводить, в туалете не курить, Тимати не слушать. И кофе мне сделай. Постель. Встал и пошел. Петрович, слушай, тут, короче, такое дело. Со мной Катюха разводится. Спасибо. Значит так, Тёмыч, здесь у нас жесткие правила, их нужно четко выполнять. Спать будешь в кресле, с женщинами не храпеть, Тимати слушать только в туалете. И это, из бара мне фреш принеси, ну и Бедросовичу что-нибудь там, кофе, не важно. Валентин Петросович, тут такое дело. Меня Алиска сказала, что сняться с ручника и подавать на развод. Вы не подскажете, что такое сняться с ручника? Короче, слушай сюда, старичок. Расклад такой. Храпеть будешь в ванной, там и спи. Только не курить, Тимати, не приводить. Спустишься вниз, возьмешь пивка, фреш и кофе Бедросовича. Короче, у нас тут суровые финские правила. В лыжах по дому не ходить, а Лени с Тимати не приводить. Сосульки не сосать. Tall, dark, fair, short, I don't care, 'cause I'm just the marrying sort. Аня. За ваш потрясающий волшебный город. Да это он для туристов волшебный. А на самом деле это город не для жизни, а для ее прожигания.
Он мне жутко надоел. А давно вы здесь? 5 лет. Да, я в Волгограде гимнастикой занималась. Приехала сюда в цирк поработать, Дусалей. И застряла. Да, на крыше автобуса вы там картину маслом прям нарисовали. Я уж грешным делом подумал, что здесь свою любовь найду. Такой большой, о сказке веришь. Алиска, я хочу сняться с ручника, ну просто не знаю, как это делать. Вы можешь мне помочь, а? Катюш, чайку, кофейку, а? Мне благодаря тебе уже ничего не хочется. Вот вообще ничего не хочется благодаря вам. Давайте уже рассказывайте свою эту волшебную идею. Настя, ну что мы как враги. А как? В таких условиях просто невозможно работать. Ну такое ощущение, что мы на вопросе. На допросе. Понятно, хорошо. И все-таки, зачем вы нас разбудили? Короче, есть план реальный. Ну, понадобится кое-какой реквизит. Ну, план вот такой. Короче говоря, мы с пацанами, как в фильме «На гребне волны». Вот это, сынок, и есть русский рак! 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 Целую ее, скотина! Давай, давай! Как-то так очень. Исаев, ты вообще дебил, да? Нет, ну есть шероховатости в плане пока. Ты считаешь? Не, я согласен, провернуть сложно. Сложно, сложно, но мы... Сауна, так, давай по чесноку. Вы решили пивасик на кок заменить или что? Я тебя очень люблю. Сильно. Значит так, я в этом бреду не участвую. Слушай, если ты такой умный, ты пойди к нам в номер и попробуй там что-нибудь придумать. Во-первых, не в наш номер, а ко мне. Номер. Ага, да. Да. И вы в этом заинтересованы не меньше. Смотри, как ну-ка, у нас Валюша заговорила. Да? Валюша заговорила. Да, Валюша заговорила, потому что очень говорит. Страдает. Да, Луна! Да. Вот такой великомученик. Да, великомученик. Да ты втянул нас в эту хрень! Я втянул! Я втянул! Я... Тихо! Не ссорьтесь. Ну, по крайней мере, так громко. Простите, я тут стала свидетелем вашего разговора. Вас интересует Анджела Блейк? Я не знаю, поможет это или нет, но послезавтра в отеле Golden Nugget состоится традиционный благотворительный забег. И победителю Анджела лично в руки подарит свою легендарную гитару. Простите, пожалуйста, а зачем нам нужен ее гитару? Вот мы и пришли. Вот это и есть та самая знаменитая крыша Golden Nugget. Если вы хотите, чтобы Валентин встретился с Анджелой Блэк, вы должны сделать так, чтобы он завтра выиграл этот забег. О, и как мы его с вертолета сюда перед финишем скинем? Значит, стартовать ему надо этажа 16-го, а то есть 18-го. Это еще зависит от того, где мы сможем номер снять. Слушай, ну этим мы можем хотя бы доверить номер снять. Вы можете хотя бы номер снять самостоятельно. Игорек, осилите? Да, спасибо. Пожалуйста, сообщите мне, если вдруг что-то освободится. Golden Nugget номеров нет. Блин, может, президентский вырубить? Давай попробуем. Цена не вопрос, нам номер по-любому нужен. Ребята, у меня план. Я нашел часовню. Есть такая услуга VIP-свадьба. Они дают номер Golden Nugget. Кому номер дают? Молодоженам. О, здоровская идея. Очень просто. Классно. Ты бахнулся, Сауна? Какие молодожены? Мы все разводим. 100%. Я стараюсь, как могу. Подожди. Исаев, мы с тобой разводимся. А ты мне что, замуж предлагаешь? Катюша, ну это все ради дела. Ну никто больше не согласится, кроме нас. Сауна с Алисой вообще не разговаривают. Котенок, у нас нет другого выхода. Нам нужен этот номер. Перчатки. Перчатки. Я не могу поверить, что я на это согласилась. Настюш, больше никто не соглашался. Тема с Катькой вон вообще не разговаривает. Можно подумать, у нас полная идиллия, да? Зачем вот это все платье? Прости, что я тебя втянул в этот маскарад. Мне самому от этого тоже. Тебе очень идет платье. Правда? Правда. По всему Лас-Вегасу искал. Оно здесь. Такое одно оказалось. Ну, ради Димки. Корону надень. На меня, придурок. Ну, немножко. Панталоны. О,
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. Катюш, там сейчас нас будут женить. Извини, что тебе напоминаю, нам надо поцеловаться. Исаев, не надо меня разводить, хорошо? Без поцелуев. Катюш, ну хотя бы чисто символически. Ну, чтобы все было реалистично. А? Нет, я сказала. И как же это называется? Стоять. Катюш, представляешь, а мне сказали, что вы вряд ли согласитесь, что вы даже не общаетесь между собой. Настюш, ты не поверишь. Мне сказали то же самое. Слово в слово. Только имена другие. Правда? Угу. Кстати, красивое платье. Тём, поди по всему Вегасу искал, да? Оно же одно в городе. И корона тоже единственная во всем мире. Две максимум. Привет, девчонки. Тоже жениться? Вы, кретины, решили тут в романтику поиграть, да? Игорь, ты знаешь, как называются люди, которые спекулируют на святом? Уроды. И это мягко сказано. Okay. Так, кого я здесь женю? Кто жених, кто невеста? Держи. Красотка. Так, ну, намного лучше. Я свидетель. Это же любопытно. Только ради детей. Можете поцеловать невесту. Че, дурак, что ли? Да, ты че, дурак, что ли? Разошлись, как в море корабли. Как бы тебе повезло. Самое главное, что мы это сделали. Нет, Сауна, это мы это сделали. И не путай. Я, конечно, не буду мешать молодым. Слышь ты, шутник, не дай бог кому-нибудь скажешь. Ой, это я все унесу с собой с могил. Слушай, может, свет вырубим, а? Зачем? Заснем быстрее. Зачем? Зачем свет включил? А пошалить? Завтра мы идем тратить все свои, все твои деньги. Прием, говорит Ястреб. Итак, повторим еще раз. План у нас практически невыполнимый, но выхода у нас нет. Сауна вырывается в лидеры. На 18 этаже Валентин подменяет Сауну и выигрывает забег. Всем все понятно. Здорово, я Тёма. Я Кен, очень приятно. В конце забега я изображу сердечный приступ. Можешь мне подыграть? Sure. Конечно. Хорошо. Давай. Простите, но лифты не работают. Нам на 18 этаж. Простите, но во время забега мы пропускаем только определенную группу лиц. У вас есть дети? Вы инвалид? Вы беременны? Ничем помочь не могу. А может... У вас что-то с глазом? Гнездо, гнездо. У седого павлина проблемы. На входе в дупло какой-то дядя. Как понял? Прием, гнездо. Что будем делать? У тебя такие красивые восточные глаза. Как у Шахерезады. Мы уже на «ты». Мне так приятно. Болгарский перец. Салам алейкум. Как дела?
Окей. Это мой жена, нам нужен лифт. Благотворительный забег. Лифты закрыты на 20 минут. Не можем ждать завтра рожать. Куда ты смотришь, а? Я. Думаешь, там бомба? Нет, ну что вы. Там не бомба. Там мой сын, мой наследник. Американцы думают, что все мусульмане террористы. Нет, я этого не говорил. Мне надо потрогать живот. Хорошо, дорогой, потрогай. Не трогай, мужчина. Я обязан потрогать живот. Не трогай, мужчина. Пока не проверю, не пропущу. Хорошо, трогай. Мой мусульманчик. Толкается. А, пошевелился. Двигается. Thank you. Салам алейкум. Конечно. Проходите. Спасибо, дорогой. Аллах любит тебя, very much. Салам, салам. Салам, салам, peace. Я больше не могу, я сейчас умру. Нет, нет, умирать буду я, Саула. Ты беги. Настя, беги за формой. Пускай Валентин одевается на ходу. Давай, договорились. Увидимся. Не успеваем. Переодевайтесь прямо здесь. Что значит здесь? Прям в лифте здесь. Куда я в лифте? Давай, в лифте. Ну что значит в лифте? Переодевайся. Я здесь быстро разделись, переоделись. Он переоденемся. Что значит здесь? Быстро разделись, чтобы переоделись. Не буду. Все. Ты козлом ведрался. А, все. Ой, как больно. Ой, плохо, люди добрые. О, помогите. А мне хреново. 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 Чёртова липучка. Лифчик, хреново. Лифчик, расстегни. Hi, man. Извращенцы. Нет, Петрусыч, ты где? Почему дверь не открыта, а? Человек помирает, а вы тут. Валентин, выходи! Это вы побежали! Стойте! Я первый! Посмотрите, кто пришел. Это победитель. Здравствуйте, очень приятно. Здрасте. Вот ваш приз. Я вырос на ваших песнях. Вы крупный парень. Ваша любимая песня Анджелы Блейк? Давай, красавчик, пой. Что-то я не узнаю свою песню. Может, тональность не та? Это как бы рожденный жид на воле на финском языке. А может, вы на тяжелых наркотиках? Анжелочка, милая, я очень прошу вас. У меня в номере друган. Ну, Петрович зовут. Я не понимаю. Вы не могли бы его поцеловать в губы? У меня жена. Я ее очень люблю. А если вы не поцелуете Петрусовича, она со мной разведется. Мои девочки без детства останутся. Ну что для вас стоит один поцелуй? Чмок и все. Я обещаю, он помоется. Я начищу сам ему зубы. Ну что для вас маленький поцелуй? Ну совсем маленький. Ну что для вас? А если у меня разрушится вся жизнь? Алиска даже уже не хочет бить меня. Это тихий кошмар. Да, котенок родной, привет. Значит, слушай меня внимательно. Анджела Блейк завтра с утра снимается в рекламе своих собственных духов. Там у нее еще главная роль Электруба. Помнишь его? Ну, ухажер мой бывший. Циклоп, что ли? Короче, мы Олега берем на себя. Ваша задача, слушай внимательно, заменить его на Бедросыча. Да не вопрос, котенок. Конечно, заменим. Только я что-то не понял, что значит ты трубу на себя берешь. Исаев, во-первых, сейчас не до этого, а во-вторых, это уже не твое дело. Котен. И передай Сауне, если ты бухаете, я его убью. А дантисту передай, что это его последний шанс остаться друзьями. Мы на центральной улице, Харли Дэвидсон кафе. Ждем вас, чтобы обсудить все детали. Котен. Пацаны, это шанс. Это реальный шанс. До дна, чтобы не сглазить.
лучшего. Подумала, зачеркнула. Ну, хорошо, ну, хотя бы три дня. Не дай, стой! Лас-Вегас! Город герой! Девочки, простите нас. Мы идиоты. Придурки. Скоты. Руки убери. Я тебя люблю. Эти новости здесь никогда не закончатся. А твои повести... Какой же я был дурак, а? Какой же я дурак. Какой я пример Тёмке подавал, а? Ты ведь сам без отца вырос. Видела, как матушке тяжело было. Да по сравнению со мной, Тёмыч, ты ангел. Димке моему 5 лет, на велосипеде не может кататься. Плавать не умеет абсолютно. Он даже за себя постоять не может. Почему? А потому что у папы, видите ли, не нашлось на сына своего времени. А почему? Потому что папа его полный дебил. По сравнению со мной, вы вообще носочки. Сауна? Да. Не носочки, а цветочки. Подождите, ребят. У нас такие прекрасные женщины с нами. Когда вы последний раз им подарили цветы? А, 8 марта. Не, ну без повода. Прямо сейчас сделаю. За мной, мужики. Игорь, Исаев даже не убивай. How much? $15, да букет. 15. Спасибо. На, еще. Держи, братан. Направление, значение, названия цветов не важны. Навсегда в тумане закутаны. Город останется так же загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать в нем одним. Дорогой Элтон Джон. Сэр Элтон Джон. Sorry, сэр Элтон Джон. Я хочу вам сказать спасибо. Впервые за 5 лет мне этот город кажется таким романтичным. А дело не в городе. Дело в нас. А завтра надо ехать в ЛА учиться. Да, ты говорила. Да? Значит, я повторяюсь. Ну, удачи тебе, добрый человек. И тебе тоже. Счастья. Пока, сэр Элтон Джон. Прощай, Мэрилин. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, boop boop be doo. Boo! Can you feel my heart go boom boom? Red hot, red hot, red hot. Can you feel my heart go boom boom? Red hot, red hot, red hot. Can you feel my heart go boom boom? Red hot, red hot.
Извините, заняты. Давай, давай, давай. Спасибо, сеструха. Запомни. Третий канал. Третий канал. Окей. Хорошо. Держи, Катюш. Хиллари! Да, сэр. Где мой костюм? Олег, простите, но у нас технические неполадки. Боюсь, мы начнем снимать только через час. Вы уж извините. Окей. Хорошо. Олег, ты? Ничего себе. Катюша? Да мы приехали в Вегас Алискин день рождения отпраздновать, и заодно массовки у Энджелы Блейк снялись для прикола. А ты? А я чё? Я в Америчке, дружусь, все пучком. Ты чё, телек совсем не смотришь, что ли? А мы вас в кино видели тут недавно с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. Да ладно, чё там? Алиш, а это чё, твой собственный вагончик? Катюш, обижаешь. Покажешь? Пойдем, покажу. Ну, и как ты? Как дела? Ну все, Валик, ты теперь у нас звезда. Король эпизодов Олег Труба. Action! Вы стреляете как женщина, потому что я и есть женщина. Для женщин у меня есть другое оружие. Новый аромат Анджела Блейк для мужчин. Занимайтесь любовью, а не войной. Что за бред? Кто этот хрен? Целуй, скотина. Давай. Что это за клоун? Твою мать, где Олег? Мне какого-то сумасшедшего подставили. Он как на похоронах меня обнял. Псих, сука, ненормальный. Ты что, ведро сейчас заверил, что ли? Ребят, простите, я так не могу. Ты не можешь? А мы без семей можем? Просто это не она. Как это? Анжела не она. Да, как она? Не она? Если она не она, кто она тогда вообще она? Где она? Алло, Аня. Это Валентин. Ты где? Да не жрал я твой пончик. Жрал, не жрал, не в этом дело. Дело в принципе, ведь это ты съел мой пончик. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Ярко-желтые очки, два сердечка на былке. Развеселые зрачки, я шагаю. Катюша! Во-первых, я люблю тебя! Во-вторых, пожалуйста, не говори тёте, что меня менты повязали! Скажи ему лучше, что его отец был лётчиком! Настюш, во-первых, я вас с Димкой очень люблю. А во-вторых, пожалуйста, не отдавай Димку на бокс. И на шахматы тоже не отдавай. Футбол – хороший вариант. Олег!
остановись! Я тебя тоже очень люблю! Верни моих девочек! Это наряд 23. Мы на 159-м шоссе преследуем трех ковбоев на лошадях и телегу с нереальными красотками. Руки вверх, вышли из машины. Ребят, я только хочу сказать, что после множества наших приключений по всему миру, я даже не ожидал, что все закончится именно здесь, в пустыне Лас-Вегас. Для меня было большой честью быть вашим другом. Руки вверх, я сказал. Ну что, готовы? Готов. Я готов. Вот паразит привязал. Валим налево. Да он отвлечился как. Аня! Я тебя вижу! Останови основу! Когда мой друг хранит... Я сейчас! Остановите автобус, пожалуйста! Ну, с возвращением. Спасибо. Это не мне надо говорить спасибо, а закону об экстрадиции между США и Россией. Правда, на 10 лет вам въезд за океан закрыт. Петрос, что ты нас сюда позвал? Да вот, решил вам дать второй шанс. В третий раз. Тёмыч. Димка! Мама! Димка! Тёмыч! Молодец! Старичак! Я прошу тебя, поставь ребенка на землю. Хватит его на руках таскать уже. Настюш, ну один раз. Ну, пожалуй. Катюш, я курить бросил. В смысле? Не, Лиса, бросил. Реально. Навсегда. Ну, это как хорошо. Машенька, Дашенька, чтобы вы такие маленькие, чтобы вы всегда остались такими же. Эй, ребят, вы с желаниями поосторожнее. Ты тоже меня сейчас накаркаешь. О, смотрите, она бьет, значит, любит. Давайте фоткаемся. Да, давай. Поцелуй. Ой, давай делаем фотографию вместе. Только прыгаем. Ну, на 3-4. Вот! 3-4.